Дорогие друзья, разрешите мне открыть торжественное заседание ученого совета университета, посвященное вручению диплома почетный доктор РХТУ всемирно известной оперной певицы Галине Павловне Вишневской. Почетный доктор РХТУ, выражение бесконечного уважения и оценка выдающихся заслуг певицы в области музыкального просветительства. Решение о присвоении звания почетного доктора университета было принято на заседании ученого совета 25 октября 2006 года. Так что совсем недавно мы приняли. День рождения! Теперь я перехожу к трудной части, так как по установленной традиции я должен задать Галине Павловне три вопроса. Первый вопрос. Согласны ли вы принять звание почетного доктора Менделеевского университета? Спасибо. Готовы ли вы и далее служить развитию цивилизации и культуры на нашей планете? Готова. Согласны ли вы и далее передавать свой опыт и уникальные знания молодому поколению? Да. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне остается самое почетное. Вручить Галине Павловне диплом, медаль, майку. Ректору университету Владимиру Александровичу Колесникову.
Уважаемая Галина Павловна, дорогие менделеевцы, уважаемые гости! Сегодня в Менделеевке важные события. Исторические события, потому что в этом зале мы вручали дипломы почетных докторов очень известным людям. И сегодня еще один человек, выдающийся человек России, принял от нас вот это почетное звание профессора Менделеевского университета. Среди тех, кто принимал, очень известные люди. Это и Маргарет Тэтчер, и лорд Браун, это и Жак-Ив Кусто, и Хосе Каррерас. Это разные люди. Кто-то политик, кто-то ученый, кто-то педагог. И вот когда мы говорим о Менделеевке, то это, конечно, учебный, научный центр. Но когда заканчивается учебно-научный процесс, то в университете наступает как бы вторая жизнь. У нас очень много культурных мероприятий. 25 лет исполняется нашему классическому клубу «Орфей». 20 лет в Менделеевке хор, и сегодня он будет исполнять некоторые вещи. У нас есть гостиная Ирины Архиповой, в этом зале звучат имена очень многих выдающихся певцов и исполнителей. И я думаю, что Галина Павловна, педагог, который подготовит вот те золотые таланты России, и мы точно уверены, что в этом зале когда-то они обязательно выступят, и мы будем аплодировать им так же, как сегодня мы аплодируем Галине Павловне Вишневской. Спасибо вам. Слово для приветствия предоставляется вице-президенту Российской Академии Наук Николаю Альфредовичу Платону. Уважаемая Галина Павловна, дорогой Павел Джабраилович, дорогой Владимир Александрович, дорогие менделеевцы, участниками абсолютно нетривиального события, когда один из ведущих, из лучших химических вузов страны и Центра химической науки присуждает очень дорогую степень доктора и профессора человеку выдающихся способностей, таланта и мировой известности, но напрямую с химией не связан. И вы знаете, Галина Павловна, есть три аргумента, почему вы должны были получить эту награду. Великий Эйнштейн почти 100 лет тому назад подметил некое сходство между химией и физикой, которые имеют дело с молекулами и атомами, в их взаимных превращениях, построениях суперструктур и с музыкой. Потому что так же, как вещество и материалы строятся из маленьких кирпичиков, так и из 7 нот можно построить либо какофонию, либо шедевры мировой музыки, будь то опера, балет, симфония или просто хорошие концерты для фортепиано с оркестром. У нас есть, Галина Павловна, один очень известный химик, академик Анатолий Леонидович Бучачин. И он написал книжку. Я надеюсь, что я буду в состоянии, вот сейчас мне не удалось ее достать к этому. Она называется «Химия и музыка», где он проводит параллели между 16 орбиталями, на которых гуляют валентные и не только валентные электроны, и теми же 7 нотами до, ре, ми, фа, соль, ля, си, вместе с диезами и бемолями, из которых строится музыка. А химическая реакция заключается в образовании связи между электронами, бегающими и гуляющими по этим разным 16 орбиталям.
и можно либо построить что-то эстетически очень красивое, либо получается какая-то дрянь. Вот хорошая музыка, так же как хорошая химическая реакция, она всегда будет эстетически совершенна. И ваш вклад в демонстрацию совершенства этой музыки, в демонстрацию совершенства человеческих возможностей из-за того дивного голоса, которым вы обладали и обладаете. Вот это показывает, что здесь есть много-много общего. И, наконец, есть третье, совершенно житейское соображение. Вот я заметил, что химики, а не физики, не биологи, не геологи. Ну, с гуманитарщиками иногда как-то переплетаешься, но химики наиболее подвержены музыкальным влияниям. Если вы посещаете консерваторию, концерты или зал Чайковского, и вы хотели бы посмотреть, а какой круг интеллигенции это делает, то доминанта среди ученых будет химическая. Вот вы видите, сколько на самом деле хороших аргументов тому, что вы сегодня должны были оказаться на этой сцене. И оказалось, вы являетесь гостем Менделеевского университета, и мы все очень рады за вас, сердечно поздравляем, вся наша химическая большая-большая когорта, большое сообщество. Очень рады, что вы теперь член и нашего сообщества. А почему, я вам уже рассказал. Поздравляю вас. Слово для приветствия предоставляется президенту Российского союза химиков Виктору Петровичу Иванову. Николай Акринович связал это событие «Химия и музыка», а я хочу связать сегодня, что такое Менделеевский университет. Мы всегда ждали от Менделеевского университета очень грамотных, хорошо подготовленных технологов, специалистов, научных работников. И чести надо сказать, что Менделеевский университет с этой задачей многие годы справился и справляется сегодня в современной России. Я хочу сказать, что сегодня мы ждем от Менделеевского университета грамотных не только инженеров, но и грамотных в творческом людей, чтобы они были творчески подготовлены, чтобы они были вот в этом зале, а никто не сказал, что это зал Бородина, поэтому в этом зале происходит, да, здесь очень многие события происходят. И мы это ждем. И наличие сегодня уже не почетных гостей, а полноправных членов этого коллектива, какими сегодня являетесь Екатерина Павловна и вы, мы ждем и этого акта подготовки студентов, современных, молодых людей, которые и дальше, придя в коллективы, на предприятия, в институты, понесут дальше эту ту работу, Павел Журавлевич, которую вы им приведете, надеюсь, в этот семинар. Я хочу поздравить, в первую очередь, с очень удачным приобретением Менделеевского университета. Я хочу поздравить, Галина Павловна, вас, что вы влились в коллектив очень грамотный и очень достойный на российском ученом свете, на российском производственной сфере, где достойные академики, профессора, кандидаты и очень хорошие, грамотные студенты. Спасибо вам. Слово для приветствия предоставляется ректору Российской академии музыки Михаилу Николаевичу Саянову.
имени музыкантов. И хочу поздравить прежде всего коллектив замечательного Менделеевского института от Ассоциации вузов культуры и искусства. И то, что сегодня произошло, и то, что вы сегодня приняли в свой коллектив замечательную певицу, педагога с мировым именем, человека, известного всем деятелям культуры и искусства, это действительно достойно самого теплого поздравления. И мне кажется, что вот на первый взгляд может быть несколько экзотичное событие. Оно оказывается глубоко знаковым. Мне бы хотелось, чтобы в наших высших технических учебных заведениях, крупных вузах, которые готовят инженеров, ученых, были бы в коллективе крупные деятели музыкального и другого искусства. И вот это содружество, оно, наверное, дает нам надежду на то, что мы будем воспитывать и готовить людей широко образованных, людей восприимчивых ко всем проявлениям сферы эмоциональной, сферы эстетичной, людей, которые будут видеть мир во всем его многообразии, во всей его объемности. Мне очень приятно то, что вот это произошло. Мне хочется поздравить тех, кто здесь присутствует. Галина Павловна, а вам особое спасибо за то, что вы откликнулись на это. И дай Бог, чтобы вы продолжили вот такую подвижническую деятельность, и чтобы еще многих-многих музыкантов воспитали и принесли не только этим, а принесли вот такими событиями в пользу всему нашему искусству. Спасибо. Дорогие друзья и коллеги, меня лично охватывает восторг от сегодня, и этот восторг еще долго будет лично со мной. Я уверен, что это произойдет и с вами. Я счастлив, что Галина Павловна принял наше предложение. У нас есть возможность немножечко прикоснуться к ней. Спасибо вам большое. Спасибо. Слово Святославу Ильичу. Оказаться в таком изысканном научном сообществе в столь важный и знаменательный день. Вы только что слышали завораживающий голос нового доктора honoris causa Менделеевского университета. И это будет единственный женский голос, который прозвучит сегодня с этой сцены, но не считая голоса нашей ведущей, да, Татьяны. И фотография эта сделана с первого спектакля 1953 года в Большом театре, где дебютировала в партии Татьяны Галина Вишневская. Эта партия, можно сказать, судьбоносная для нашей великой певицы,
потому что этой же партией много позже, уже на сцене парижской Гранд-Опера, она прощалась со своей оперной карьерой. Но так же, как Ломоносову нельзя было отставить от Академии, так же и Галину Вишневскую нельзя отставить от искусства вокала. И поэтому она остается в действующем строю и теперь передает свой богатейший опыт. Она посвящена в тончайшие секреты алхимии искусства. Если у вас химия, наука более точная, у искусства алхимия скорее. И вот эти секреты Галина Павловна передает сейчас в своем центре оперного пения, обучая молодое поколение не только искусству вокала, но и вообще умению держать себя на сцене, да вообще учит жизни, по сути дела. Я присутствовал при некоторых уроках этого мастера. И вот при том, что десятки оперных партий были созданы на лучших оперных сценах мира, действительно Татьяна, пушкинская Татьяна, Татьяна Чайковского стали таким символом Галины Павловны Вишневской. И действительно, мне кажется, не только Менделеев, но и Бородин благосклонно взирали на церемонию, которая происходила тут несколькими минутами раньше. И вот это соединение искусства и науки, оно, в общем-то, весьма органично. И знаете, Моцарт все время говорил, что он любит, чтобы ария подходила певцу как платье от лучшего портного. Вот докторская мантия Галине Павловне очень к лицу пришлась. Мне кажется, мы все тому свидетели. Да. Но, несомненно, Галина Павловна царица оперной сцены, но, как известно, царицу, королеву играет свита. Только что свиту изображали академики и профессора. Сейчас замечательные певцы будут изображать свиту нашей королевы. И первым, насколько я знаю, на эту сцену вот сейчас еще секстет Большого театра займет свои боевые позиции. И первым на оперную сцену, теперь уже оперную, выйдет наш могучий бас, солист Большого театра России, народнейший артист России, профессор Российской академии театрального искусства и даже заведующий кафедрой Владимир Моторин. Ладно, поднимайся. Не с пустыми руками пришел. Прошу вас. Как я понимаю, будет ария Гребина, небось? Как это? Галина Павловна уже решила. Она начала с письма Татьяны, так что надо как-то продолжить. Хорошо. В сопровождении секстета Государственного академического Большого театра России выступает народный артист России Владимир Моторин. Ария Гребина из оперы «Евгений Онегин». Oh,
Дорогая.
Дорогие друзья, вы поверили в свое счастье?